Собственно, так. Ну что, пацаны, тут давайте починю. Так, армию. Армию, бля, все выводите тоже такое. Давайте пока вот так. Умерите, ходосай. Что там в городе творится? Татоми, минус 4. О, там это жестко. Так, вернем пацана. Давай еще одного. О, 0. Ну, я этот справится. Бля, не дошел. Не дошел. Ну ладно. Кстати, а где мой закупатор? А, вот он. Кстати, его может сюда. Опа. А, не, монах мой, типа арестован. Сейчас его надо вызволить будет. Ты ишь, какие взяли моды арестовывать моих монахов? Совсем, что ли? Так, потеряли. Больные ублюдки. Так, а, еще не все, подождите. Еще корабли. Так, где там этот самый? Почти до торгового этого доплыл. Ебать, тут на острове, Дима, зацени, слева какой-то чувак весь остров захватил. Вижу. Кто такой? Наверное, все торговые идти захватил. Так, ну и все, я походил. Это никто такой, это всего лишь будущий труп. Ну, кстати, домов осталось мало на самом деле, по большому-то счету. Вон того красного еще какого-то, такого бордовенького, тебе нужно будет поджать. Я снизу могу. Тебе остров, тебе надо опять флот делать и этот. Войска перебрасывать на остров. Золото, а там красный покупать. Бушует. Ну, мой красный, ручной. Ну, понятно. Ну, тебе, ну, тебе-то золото нужно, а не твоему красному. Ну, если красный захват, я говорю, я не буду отжимать у него его. Почему? То пусть растет. Большим будет. Взрослым. Золото можешь приносить 5к. Может. Но у меня, в принципе, и так сейчас вроде достаточно неплохо все. А сколько у тебя плюс? Обрывать перестал. 1489. Маловато. Да, но при учете того, сколько я воюю, блядь. У меня 4800. Сколько тратишь ты на армию? 3200. А, ебать, ладно. 3400. Вот. Я тоже воюю. И у меня, кстати, нету ресурсов. Ведь еще ресурсов дохуя набрал. Дерево, камень, всякую хуйню. А мне только. Ой, а в кайте толкой-то и нет никого. Да, тебе нужно захватывать просто. Да, я иду уже. Пиздарики им давать. Хотя, нет, стой. Диверсия. Открывай воротину. 1555 год, покинь. Да, невозможно. Там, не, короче, диверсии у ворот замка невозможно, потому что ворота уже вниз. Диверсия в армии. Да там такая-то армия. Но она стала еще хуже. Ну, прокачать, да, кстати, своего этого. Ебать, у него все горит в замке, самой, покинь. Да, я видел, там что-то, по-моему, только дороги целые. И то потому, что их нельзя коцать. Ух ты. Че, на высоту? А, на кого напали-то? Кто-то напал на моего союзника. Конечно, вступиться, блядь. Кто маленького обижает?
А это союзник твой, по-моему, нападает на это, на остров. А разве даты на острове? Нет, это кто даты какой-то напал на... Походу даты это который синий. Бля, я с ним торгую. Я вступаться не буду. Так куда ты денешься? Я отклоню. Охренел. Ну а чё хули мне с ним воевать? Ты... Окей. Ты его затащишь. Я запомни, чувак. Вот я, допустим, с этим гребешком боюсь исключительно, блядь, из-за тебя все это время. Да, а зачем ты это делаешь? Причём ты с ним, сука, смеется. А я все еще продолжаю его хуярить. Из-за тебя. Так. Ты на него напал в свое время, и я вступился за тебя. Так, диверсия у ворот замка. О, отлично, диверсию совершил. Воротина открыта. Ну, то с тобой. Тут вообще без вариантов. Дай мне. Ну, последний его, кстати. Что, тебе гребешок тебя не будет доставать. Ну что, ублюдок, напал на меня тоже. И я на тебя нападал. Не, а кстати, гребешок на меня первый напал, между прочим, Дима. Я его не трогал. Да пиздишь ты все. Стою тебя. Я не трогал его. И чё, все у него или еще есть где-то что-то? Он исчез с карты мира. Должна будет появиться сообщение, да, о том, что великий дом исчез. Да, все, нету его больше. Так, чиним домик. Так, все, что мог, починил. Так, а где мой этот самый? Его арестовали, и где он теперь находится? А, он в городе. Ебать. Давай, иди сюда. Ладно, пойду подрывать у синего авторитет. Так уж быть. Да, у меня, слушай, какие-то Асигару степа появились. Стрелок, прикинь. Да, ну, блять, я такие тоже вообще делать умею. Прикольно. На самом деле, они хуже лучников. На данный момент. Я не умею таких делать. А я умею. Да и ты умеешь на самом деле. Как нет? Прокачай путь стрелка. Это откачать его. Так, а еще у меня эти кораблики, кораблики. Так, что за кораблик? Ебать тут стоят. Ну они сильно крутые, конечно. Давайте я сохранюсь на всякий случай. А то влетать как-то. Так, а тут мой союзник-то, да, получается? Бля, союзникам не хочется воевать. Ладно, поехали дальше. Да там все сейчас захвачены. Че ты боишься? Не, ну может это не союзником моим захвачено. Если каким-то другим пацаном, то пошли нахуй. Понимаешь? Ну, он с розовым, например, ничего я не имею дел. Там чё? Так, все тут дуплился. Вроде да. Так, тут что у нас? Ой, не то. Город, давайте мне. Татоми. Нормас. Слушай, Гранд реально больно здоровенный. Вот все это время, что мы играем, я его жру.
Я вот дождал только до половины, блядь. Давай, ходи. Ходи. Грубо говоря, я уже заебался его есть. Ну, чувак, прости, конечно. Но восставшие нам не нужны. Подосрал, подосрал. Красному. В смысле? Ну, это восстание еще. Мало того, что это самое, а ты его разгромил, так еще восстали какие-то пидоры. Да, им давно уже восстали. Собственно, как раз я его и разгромил из-за того, что у него осталось последний этот. Да, ему деваться. Последняя провинция, он решил, что, ну, наверное, пора мириться. Че-то как хуёво. Занят без боя, блядь. Ты не забывай, это нам 60 провинций надо захватить. А вассалы считаются. Ну чё, я захватываю последнее золотишко. Точнее, золотишко захватываю. В Изу. Ну, Изу забирай, да. Можешь и Сагами, в принципе, взять, я не против. Надо, я Изу и Сагами. Я все равно сейчас с этим буду воевать, петухом. У меня флот как раз внизу. А ты получены превосходные кони. А, ну все, да, я шкай захватил. Теперь, ну-ка, посмотрим, что я импортирую. Нихуя я не импортирую. Я все произвожу, все, что мне необходимо. Кони есть. А, ремесленные изделия есть. Камень. Я импортирую есть. Коней. А что я древесина коней импортирую? Есть. А, это импортируешь. Нет, ты их покупаешь у меня теперь. А почему у меня свои есть кони? Я экспортирую 100% коней. Не, я экспортирую коней тебе. А, боевые кони. А, ну и у меня боевые кони. Да, но, наверное, в следующем ходу исчезнет. Потому что у меня как бы я тебе продавал. Коников. С тебя я получил 1446. Со своего союзника, ну, с Такеда, я получил 410. Нормально поднялся. Ну тебя посмотрите, как он. Товаров дохуя, а у меня, видишь, ничего нету. А у кого много товаров? Кого можно нагнуть? За ресурсы. Особо никого не нагнешь. У чувака на острове есть что-то. Ну мало. Что это за лох с полумесяцем? Слушай, ты говоришь, тебе только за деньги давали возможность торговать, да? В смысле? Ну, да. Ну, не то, что за деньги, а я это самое им сначала. Но ты им предлагал денег, а я, короче, просто предлагаю торговлю и мне ее сразу принимают. Не, ну, некоторые тоже меня сразу приняли. Я сейчас почти всем так сделал. Ну, боятся. Значит, уважают. Я с этим торгую, да. С этими, да, я и так с тобой союзник. И у меня с тобой антипатия, чувак. А, это Сигунат. Сигунат. Сигунат, мощь скромная, сила скромная. Так, со Салом они не хотят. Союз не хотят. Право плава прохода. Не хотят. Ну и хуй с тобой, мудила. И расторгнуть торговое соглашение с тобой тоже не хотят. Да, синие это даты. И он, я с ним уже воюю. Ты уже воюешь с ним? Ну да, он напал на Такеда. А не воюю. Ой, блядь, хуя, я Такеда объявляю войну. Он мой дорогой союзник. С этими торгую. С кем я еще не торгую, блядь? С кем-то. В смысле, блядь? Конма, ты охуел?
Я им предложил стать вассалами, они решили, что им не хотят. Интересно, почему? А это что, восставшие? Не, Хонма это которые на острове. Ага. Их еще этот пиздит. Красненький. Ну он их не пиздит, не вижу. Да они на море там воюют. Так, а кому я еще могу вассал полить? Попробовать прикинуть. А никому больше. Они слишком сильны еще. Ну чё там? Ты торговлю всем предлагаю. Так эти торговать со мной не хотят. А с кем-то ты торгуешь? Я торгую сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семью этими. С красными. Я с семью уже торгую, чувак. Я получаю 3000 практически. Нихуя себе ты. На то сейчас попробуй. На армию, правда, я поддаю тоже практически 4000. Так, надо еще Сетсу будет захватить, Киото. И мы уже захватили 22 провинции. Нормально. Да на самом деле, на тот остров слева напасть, там лет сколько провинций. Ты только посмотри. Да я хочу этот сейчас с войска подкопить, короче, и на остров высадиться. И сделать их своими с этими сосалками. И, хотя нет, там золото, я его себе заберу. Надо дату ёбнуть. Синего, то что-то большой какой-то. Мне не нравится. О, красный, по-моему, территория, посмотри, что-то рассекает. Он, видишь, он на острове у них. У Хонмы. Там он плавает. Кстати, в прошлый раз мы единолично захватили всю Японию, а сейчас мы давай через вассалов попробуем также пройти. Ну там, последнюю провинцию какой-нибудь вассал мы доставляем, самую бесполезную. Ну, как я с Такеда поступил. Не знаю, не знаю. Так. Сохраниться? Да, не знают. Нормальный план. Я выйду. А, нихуя себе, тут мне ходят какие-то пацаны. Ну-ка, ёбни вот этого пацана. Чё тут ходит? О, у меня новые поля есть. Отлично. Я и забыл, что у меня новые поля А если эти мою и нет? С кем я вообще воюю? Где моя дипломатия? Противники. Ну, торговый порт. А, с этим. Так, ну давайте армию выведем пока что. Посмотрим, что будет. Умеете красать. Минус 2. Не страшно. Бля, я все деньги уже проебал. Даже ход еще не начался. Надо кайда чинить. 2600, сука, получаю. Охуеть. Трачу на армию 3589. Так, и Суруги у нас теперь все в порядке. Так, все недовольство. Ебать! Когда, короче, изучаешь традиционную архитектуру, получаешь минус 10 длительность возведения замка. И к стоимости минус 15%. Так, окей.
Наверное, надо будет изучить вот эту хуйню. Это из всех военачальников плюс один. Дед. Опа. О, вот что надо изучить. Меткость лучников плюс... А, блять, пока не могу. Ладно. Тогда вот это изучаю. Хочу меткость лучников еще плюс 10 сделать. Уже за навыки. Итого у меня будет стабильно плюс 20 меткости. Это же заебись. Так, что ты еще делаешь? Кстати, а ведь видишь у меня в кае, какое в армии опять растет? Второй атлет. Так, надо посмотреть, что тут. Что тут? Блядь, тоже союзники стоят. Да не хотелось бы с этим союзником сейчас войну открывать. Смотри, по одному, по два корабля. Так, ну и чё? У меня сразу торговых путей появились, во всех порты, блядь, идут. Давайте попробуем приложить торговлю. Я здесь, чтобы выслушать. О, так это, да. Кстати, один путь захватил. Торговый. Так, с тобой... Боевые кони. Пожалуйста, говори. Так это молодец. Так, ты кто такой? С тобой торгую. С тобой. Торгую. Ты не хочешь, с тобой воюю. О, Такеда. А, предложить что мир. Что ж, говорите. Но Такеда, будьте берись. Осторожны. Да. Если мой. С потрохами. За кого вы нас держите? А он не хочет, прикинь, я воюю с твоим вассалом, получается. Я могу заставить его. Да, заставить. Ну, как мой ход будет. Ну, попробуйте, я не помню, там можно я заставлять? Я вас выслушаю и надеюсь. Заставь этого волка. Что угодно. Это мой ручный песик. Это хули он. И заодно с ней с ним торговать буду. О! Все, кто захотел торговлю... Все получили. Плюс 2200, прикинь, сразу от торговли. Нормально. Итого 600. Неплохо же. Так, ну и чё. В принципе, я готов. Давай, покажи класс. Покажи всё, на что ты способен. Бля, вот то, что ниндзя не порезал этого пацана. Кстати, возьми в Epic Games Store Shadow Tactics. Я уже взял. Потом в нее можно будет поиграть. А она с копом? Да. Ну хоть и все. Ну я уже... Вроде. Я уже урвал ее, кстати. Вот хуёво, что там не пишется, есть коп, нет коп. Да, ну пока еще вижу, что только она... Написано стелс, это стратегия одиночная. Да по идее должна быть коп. Это так кажется. Ладно, так это заставить. У меня только одна, кстати, война сейчас, это дата. Ну а Такеда со мной воюет? Да погоди. Запросить военную помощь, но... Бля, нельзя заставить. Хуё. Он воюет с тобой, воюет с Хомо и воюет с ДТ. Ну, он тебя заучил с твоей поддержкой, хули. Я его тогда захвачу.
Не трожь, блядь, моего союзника. Хули, блядь, он со мной воюет, охуел, что ли? Да, говорят, выебываешься сильно. Еще имею право. Блять, да сколько войск надо оставить так, чтобы они перестали бунтовать? Кстати, у меня бунтуют тут. Татоми, нормас. Ну чё там? Да чё, распределяю, блядь, войска. Я хочу на даты уже пойти, а, блядь, приходится оставлять войска в городах. Причём дохуя оставлять. Бля, торгового пути не могу захватить ни один. Там союзник мой. А он такой неплохой, в принципе, союзник. А если я с ним чем торгую, интересно? О, много чем. Ебать, он мне не это самое отсыпает. Хотя, в принципе, я могу захватить у него все это. Вот надо целенаправленно ехать на него. Наехать. Поищем с ним рвать торговые связи. Я сейчас главное дату такеду как-то надо прикрыть будет своего. Ебать, у меня между городами народ ходит, просто пиздец, там какие-то толпы ходят. Да, у меня тоже. Ебать, кто это такой, с какой-то крутой армией пошел. Да, ты. Это синий вот этот, что ли? Опа, торговые сами предложили. Угу. Та все кабы. Семь провинций у него. Черный, что ли? Тут... Да, походу. Не черный, хопа. Такой... А, да, да, вот с этими не хочу ссориться, потому что у него два торговых пути. Сейчас еду на третий смотреть. Блять, пиздец, я трачу 3800 уже на армию. Угу. Бля, моего хотят этого. Ниндзю. Ебать, ниндзя поположил, прикинь, этого закупатора. Он на него наехал, ниндзя его зарезал, хуя. Ля, этот там что-то воюет. Хуй. А у них, кстати, армия неплохая, на которую чувака и наехал. И он на твою это самое наехал. Так, из-за этой. Дат это? Угу. Не, не да, дата. Да, дата я знаю. Не-не-не, Хонма? Да. Из-за этой пародии, по сути, один из ваших агентов арестован. Я вот не понял, что дат. Че, Такет-то через мои территории пошел куда-то? Неужто к тебе, блядь, пошел гулять? Попробую зарезать этого ублюдка. Что-то закупатор какой-то вообще мощный. Не сумел уже второй раз, не сумел. А, точно, мне ж... Паровозик, который не смог. Нахуй. Автобоем. Болит по ему выебываться, да? А я с ним не воюю, кстати. Ну да. Я с ним торгую. А он просто впрягся еще за красного в свое время. Вот у меня с ним война. За Такеда? Угу. Ебать, он лох. Со мной он уже помирился, уже торгует, а ты его до сих пор хуяришь. Причем его союзник уже как бы тоже мой. Так прикол в том, что сейчас это, я у него золото отожму. Сейчас выйду, пойду следующим ходом. Окей, да и ты вот у него все поджимаешь, а я попробую его вассалом сделать. Как бы, а чё нет? А я сейчас этот преданность военачальников плюс один сделаю всем. Потом честь даймё плюс один. Такс. Где у меня этот? Ну, у меня всё три провинции, кстати, налог не платят. А, в Суруге. Бля. Это хуёво. Ой, обиде шука. Может. Кое не зонжимасыры. У меня этот самый купили продавана в Суруге, очень интересно. Или, точнее, даже арестовали, по-моему. Да, арестовали продавана, и где он?
Где-то арестованы синие где-то. Все, я почти все починил наконец-то. Так, корабли, корабли. Ебать у меня караванов этих, блядь. По всем дорогам кто-то ходит. Да, это я тебе говорю, там сейчас как, какой-то ад. У меня вообще в одном городе они просто как сумасшедшие ходят. Ну он, посмотри у меня на эти дзен. Да, да, покинь, да, все эти самые ресурсы захватил. Пидорас. Что ты там сказал про мою мамочку? Он все торговые пути захватил. Кто? Вот почему у него ресурсы. Да вот этот, черный черт. Который не на все. Один так это держит путь. Угу. Мой вассал. Мой. Мой, который смог. У него отжать. Но это с ним надо воевать, а сейчас пойдет на меня. Да не, не трожь Такеда. Не, а то Такеда нет, я имею в виду это союзник. Такеда он один путь забрал. Торговый. Молодец. Счет семья ребятенки. Ну, в принципе, ладно. Конец хода. Сейчас главное войска к нему подвести.